Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю уже с преддверием Рождества Христова, с навечерем великого праздника Рождества Христова. И вот мы уже приближаемся к этому святому празднику, когда мы будем встречать воплощение самого Господа. То есть Господь становится человеком, Он приходит в мир для того, чтобы человека спасти, для того, чтобы человека преобразить. И вот мы видим, что Господь умаляется. То есть Господь, Он входит в мир как младенец, как беззащитный. Мы вот уже сегодня и читали в Евангелии о том, как Христос рождался, то есть в яслях. Его не принял, никто не принял святое семейство в свой дом. Христу не нашлось места ни у кого в доме, не нашлось места тому, кого за честь должны были почитать, принять и цари, и самые величайшие люди на земле. Но вот оказалось, никто не был готов к этому. То есть народы иудейские ждали пришествия в мир Мессии, Христа. Но когда Он приходит, то никто не знает об этом, хотя должны были знать. Мы видим, что узнали об этом не те, кому это было положено, но Господь по своему промыслу открывает это людям, простым. Это, во-первых, пастухам, которые, по крайней мере, они не спали. Они, конечно, они специально не ждали, что что-то должно совершиться, но они бодрствовали. Вот нашлись люди, которые бодрствовали, и Господь их призывает. Призывает, чтобы увидеть то таинство, которое совершается. Им является сначала один ангел, который возвещает им о пришествии в мир Мессии. Потом все воинство ангельское воспевает славу Богу. И потом приходят поклониться Христу и волхвы, которые тоже были они иноплеменниками, но и Господь им открывает то, что должно совершиться, что сам Господь воплощается в этом мире, что пришел Спаситель мира. Вот мы даже из исторических сведений мы знаем, что вот весь мир в то время находился в состоянии некого даже уныние, потому что люди разуверились во всем, разуверились и в своих богах, которых они верили, разуверились в некой философии тоже, которые видели, что она не приносит человеку, все это не приносит человеку какого-то изменения. То есть как остается человек вот с душой, с некой пустотой в душе, так оно все и продолжается, ничего не меняется в этом мире. И вот уже ничто не могло, казалось бы, изменить этот мир. И вот в этот момент как раз сам Господь сходит в мир, чтобы эту жизнь, свою благодать, чтобы эти токи жизни человеку подать, чтобы человек ожил, чтобы человек, он опять вошел в соприкосновение, в общение с Господом. Вот сам Господь сходит к человеку таинственным образом. Мы не можем осознать, понять, как это может совершиться. То есть как Бог может соединиться с человеком и не просто явиться как некий образ человека, взрослого, да, но он становится как всякий человек, он рождается как младенец, он возрастает, претерпевает и трудности. В общем-то, с самого рождения жизнь младенца Христа уже сопряжена с трудностями. Опять же, мы вот в Евангелии читали сегодня о том, как вынуждено было святое семейство удалиться из Иудеи, потому что Ирод, вот он, узнав, что не сообщили ему о том, как где ему найти будущего царя, он из ревности убивает многих младенцев. Но Господь вынужден удалиться и быть как бы в изгнании, потом возвращается, также не может, как человек, уже святое семейство, жить, где они хотели. Иосиф сначала хотел возвратиться в свое отечество, то есть в Иерусалим, там, где он как
как происходящий из колена Иудина должен был жить, ну, вот, по закону. Но он опять удаляется в Назарет. То есть опять мы видим, что Христос уже с младенчества, он претерпевает вот все то, что человеку свойственно претерпевать. То есть он не рождается в хоромах, в палатах, но рождается как простой человек. И о нем фактически в то время-то мало кто и знает. То есть это некое волнение, которое происходит при его рождении, оно потом все это утихает, и Христос какое-то время пребывает в безвестности. Но при этом мы видим, что Господь, он совершает, Он тайно, незримо совершает дело спасения человека. То есть Он живет как человек, Он живет рядом с нами. И тоже вот историки говорят, что к тому времени, до этого были войны, Римская империя вела войны, да и прочие были столкновения. Но в то время, когда пришел в мир Христос, все войны, они прекратились. То есть в то время был, в общем-то, мир на земле, то есть тоже некое свидетельство о том, что пришел царь мира, то есть пришел Господь, чтобы принести человеку мир. И вот мы ныне уже предстоим фактически перед вот этим событием, чтобы его не просто увидеть, но и в сердце своем пережить. Вот мы в течение поста, мы постимся, молимся, стараемся душу очистить для того, чтобы вот эта благодать этого события сердце нашего коснулось, чтобы нам пережить опять это событие, пришествие в мир Христа, стать причастными того спасения, которое Господь приносит в мир. И вот Господь ныне является как младенец, ну и мы тоже в какой-то мере мы становимся как дети вот в этот день. То есть мы вот просто Его простыми словами приветствуем мир самого Господа, потому что нельзя нам найти каких-то особых слов, не хватит человеческого языка, чтобы какие-то достойные слова принести. Поэтому как можем мы вот приветствуем пришествие в мир Христа, возвеличивая Его, воспевая Его, прославляя то, что Господь ради нас совершает. Поэтому всех поздравляю с приближающимся праздником Рождества Христова. Желаю, чтобы его действительно с радостным сердцем встретить, пережить это событие. Всех поздравляю с рождественским сочельником, Божьей помощи, ангела-хранителя, причастников. Поздравляю с принятием святых христовых тайн.